Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию финал по видео Т-72Б1 фирмы Мэнк. Извините, что не показал вам, как делаю масляные точки, смывку, визиринг. Модель была в другом месте. Делал ее у знакомого. Так как у меня накрылся компрессор, пришлось перенести стройку в другое место. И там не было возможности снять видео. Вот, друзья, такая в итоге получилась интересная модель. Модель в сборке понравилась. Очень хорошо собираемый набор. Сама модификация Т-72Б1 очень красиво и интересно смотрится. Ну и мое мнение, что это вот одна из самых красивых лично для меня модификаций. Подвеска рабочая. Гусеницы тоже, как видите, получились отлично, без каких-либо проблем. Хотя в комментариях у некоторых подписчиков возникали вопросы. Ну, не знаю, у меня получилось все хорошо собрать. Может, в ваших наборах что-то было не так с самими траками или с материалом, с которого сделаны траки. Я результатом полученным очень доволен. Мне танк очень нравится, как получился. Ну а теперь расскажу, что применял, что использовал. Значит, красил красками Tamiya и Мистер Хобби. Пигменты использовал Model Lab. Смывку тоже Model Lab черную использовал. Потеки топлива АК Интерактив. Фильтр зеленый Ама Миг. И эффекты дождя и окружающей среды использовал от фирмы Ама Миг. Ну и местами использовал масло Сонет. Как триплексы делал, я вам показываю. Показывал видео. Такой вот результат получается. Габариты делал прозрачными цветными лаками фирмы Tamiya. Более подробно вы сможете рассмотреть модель на фотографиях. Будут после видео. Хочу поблагодарить магазин «Я моделист» за предоставленную мне модель. Кстати, если вы заинтересовались данной моделью, в магазине «Я моделист» ссылочка будет в описании под видео. Вы можете перейти по ссылке и приобрести данную модель. Я думаю, если вы ее приобретете, вы о потраченном времени и деньгах не пожалеете. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Подписывайтесь на канал. Ждите выхода новых строек. Спасибо вам за внимание. Всех благ вам и вашим близким, друзья.